Минувшие выходные в Тверь приехал главный новогодний волшебник Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. По случаю прибытия долгожданных гостей в городском саду прошел большой праздник, на котором побывала и наша съемочная группа. Для юных жителей Твери было подготовлено театрализованное представление. В ожидании Деда Мороза вместе с веселыми сказочными ведущими, белым и желтым зайцами, ребята танцевали, пели и отгадывали загадки. Затем в городском саду появился сам новогодний волшебник и его внучка. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом! Помощники Деда Мороза передали ему несколько мешков с почты. Это письма от маленьких тверичан, которые с нетерпением ждут подарков. Взрослые тоже признались, в новогоднюю ночь они верят в чудеса и тоже ждут подарков от главного волшебника. Собаку, телефон и гироскутер. Все загадали, да, ждем чудес. Загадывайте желание. Конечно, обязательно. Исполняется. Помощники признаются, работа хорошая, но тяжелая. С улыбкой рассказывают девчонки. Много писем-то? Да. Очень. Тяжелые мешки? Очень. Доставляют письма Дедушке Морозу, да. Чтобы прям прямиком дать Деда Мороза принести. Во время праздника дети и родители фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. А затем гости отправились на рождественскую ярмарку на улице Трехсвятской, где все желающие также смогли принять участие в предновогодних забавах.